А мы продолжаем выпуск. Сегодня в Бийске, в городской больнице номер 2, после 2-летнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, возобновили проведение плановых операций. Напомним, в период пандемии пациентам приходилось ездить в Барнаул и в соседние регионы. 16 числа официально мы открылись для оказания плановой хирургической помощи населению, чему очень рады. Для нас это действительно событие большое. Два года этого ждали, всю пандемию, сохранили коллектив и очень рады, что начали снова оперировать. Уже через 2 дня после возобновления работы поступили первые пациенты. А сегодня хирурги провели 3 плановых операции. У всех паховая грыжа. Бичан оперировали под местной анестезией, когда человек находится в сознании, сам дышит, но при этом боль не чувствует. Операция длилась менее часа. Возможности хирургического блока позволяют проводить до 10 операций в сутки по профилю хирургия и гинекология. Основная масса пациентов ожидается на следующей неделе. Сейчас нуждающиеся в плановом оперативном вмешательстве проходят амбулаторное обследование в поликлиниках по месту жительства. Планируется, что на следующей неделе большая часть коечного фонда будет заполнена.